Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в Fox of War PlayStation 1 версию американского региона командой будущих диверсантов, пока что у меня 5 саперов. Мы отправляемся в четвертую миссию, да, у меня команды с именами главных героев из серии игр Resident Evil. Четвертая миссия Morning Glory. Ну да, она, конечно, посложнее, тут 3 канонира, 2 пехотинца. Я думаю, Крис возьмет вот эту аптечку крутую. Уф. Теперь у Криса здоровье как у диверсанта. Даже чуть больше. Так, ну хорошо стоит. Хорошо стоит вот этот товарищ. Этот товарищ прям хорошо стоит на минное поле его подбросить. Так, а тут кого-нибудь можно в воду выкинуть вообще. Вот этого. Пускай поплавает. А может, кстати, оно и к лучшему. Можно даже вот так вот поставить. Может, он и утонет, Джерард, там в воде. Выжил. Он на наш берег доплыл. Надо же. Ну ладно, сейчас мина его добьет. Так, а тут пехотинец что-то пытается. Пытается что-то. Давай, стреляй по Крису. Во, штык-ножом. Идеально. Десятку снес всего. Так, поставим этому мину. И кого-нибудь сейчас еще. Кстати, а что с тем стало? Насколько он там подорвался у меня? Или не подорвался? Сколько у тебя ХП? А, 35, нормально. Можно добивать. Можно добивать. Можно даже вот так поставить. Ему там все равно слишком жирно будет, а так заденет и рядового еще. Ух ты, рядовой откинулся на мины. Троих убили. Круто-то как. И остался Сенглер. И еще один пехотинец. Они вдвоем остались. Ты куда пошел? За ГВПшечкой? Нет, надо же, он из пистолета по Крису стреляет. Так. Задача Берри будет следующим. Поставить мину пехотинцу и ТНТ вот этому Сенглеру. Куда вы против Старс прете? Так, к сожалению, мины, наверное, задену своего Криса. Поэтому надо мину как-то... Так, а так она вообще зацепит? Интересно. Так, ну и тебя куда-нибудь выкинуть тоже отсюда надо. Пусть не полтинник. Ух ты.
Там утонул кто-то. Сенглер еще жив. Ладно, сейчас Ребекка исправит это. Ребекка, Вескеру так и не даем даже походить. Отдыхает пока капитан. Так, ну, дробовик, я думаю, опять будет лучшим решением. Вот так вот, и все. Зацепит? Да, зацепил. Ну ладно, Крис у нас живучий. Прошли четвертую миссию, вообще в легкую. Еще две медальки. Так, а вот теперь Крис у нас за это, за эти страдания станет инженером. Второй уровень. Повышаем Криса до инженера. Кто у меня пока отжил? Семерых убил уже. Нифига себе. Так, и сохраняемся. Последняя миссия осталась на первом острове. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующих сериях. Пока-пока.